Я вообще сейчас это тоже сундук алчности какой-нибудь, да? Ну, естественно, да. А, кстати, птенчик тоже был готов к этому. Он такой, не надо. О-е, дисклеймер. А доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. А это мертвые дверки, и мы с тобой продолжаем их проходить. Мы там, я так чувствую, прям вот так вот, понимаешь, так это прям... Вот чувствую, мы так близко к жабьей жопке. Сейчас мы ее в этой серии точно отведаем. Так, перекат, удар, ага, все, управление вспомнил. Так, у нас вот... Там, брат, я бы тебя спас, но подожди, у нас вот... Вот где-то здесь я получил пилюлей в прошлой серии. Подожди. Вот тут, кажется, да? Мне там волшебного ляпуха дали. Здесь? Или не здесь, подожди. Нет, не здесь. О. Или здесь все-таки? Да, вот птенец. Оп! Оп! Да ну! Серьезно. Давай. Спокойно. О! Спокойно. Все хорошо. Так, это последний птенчик. И у нас, я так понимаю, сейчас откроется новая способность. Навеки увязнуть в подземелье, где нет ничего, кроме копоти, грязи и лягушек. Да, не очень весело. Опс. Это у нас последний челоботик. Ну, опять камера то высоко, то низко. Вот так давай, так хорошо, так красивенько. Так, бим-бим-бом-бом. Бом-бом-бим-бим. Блин, а вот... у нас же потом, наверное, откроется, да? Так, ну вот это надо. Подожди, я сейчас вот сюда схожу сначала. Потому что здесь сейчас мы откроем шорткат. Ведь так? Да. Такой себе шорткат на самом деле, ну да ладно. Главное, что мы спасли птычку. Птычка спасена. Так, а это куда проход? Угу, понял. Угу. Неожиданно. Очень неожиданно. Не могло быть все так просто, естественно. Легко. Киючик у нас есть. Тут больше ничего нету интересного. Значит, идем сюда. Бля, пауки. А, это вот эти пауки самые, да? Ну, ёб твою. Короче, идите нахер, пауки. А. Одну секунду.
Ну давай, 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 давай. А как? А как? А, о. А. О. О. Ну давай. Берегись, живой жнец. Покоем. Угу. Ну, я не могу здесь пройти, что логично. Сейчас нам дадут кувалду, да? Или что? Я вообще сейчас это тоже сундук алчности какой-нибудь, да? Ну, естественно, да. А, кстати, птенчик тоже был готов к этому. Он такой... не надо. Ну, давай. Алчность. Ну, естественно. Ах, сука, лучник. Это что за лучник такой, который так быстро стреляет? А! О, давай, стреляй, слышь? Во. Во. Во-во-во-во-во. Туда их. Так, давай-ка нафиг отсюда. О! Отлично! Фу! На последнем хп или как прошел? Кстати, вот этот лучник меня прям вообще неожиданно смутил аж. Так, ну давай. Что-нибудь, что было... О-о-о. Ля, какая. Прими этот дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытание. Спасибо. Ля, какая красота. Получено заклинание взрыва. Выбрать заклинание взрыва. А, она стоит 2. Ага. Мне нравится. Наконец-то я могу везде пройти. Ага, вижу душу. Еще 200 у нас тем временем. Так, похоже на старый ежедневник жнеца. Обнаружена тревожная сейсмическая активность в регионе поблизости врат смерти. Нам приказали запечатать все двери, а также закрыть все незавершенные поручения в этой местности. А в том регионе находится много жнецов, но приказы исходят от высшего руководства, и я не собираюсь их оспаривать. И все же меня очень волнует, что случилось с воронами, которые остались там. Так, а проверка. Надо проверить. Меня надамажит или нет? Здравствуйте. О, вы снова здесь. Похоже, ты много путешествуешь. Твои врата просто повсюду. Мне тут птичка напела, что тебя даже занесло в офис главного начальника. Страшная штука. Может, с своими вратами что-то не так? Хи-хи-хи.
Может, ты имела там что-то не так? Козел какой. Немножечко промазал. Так, а... я без проблем только. Где мне набить урон? Можно где-то настукать? Настукать дадите где-то? Я не могу это так оставить. Ладно. Почему так мало вазочек, а? Приходится сейчас разворачиваться, бежать аж вот сюда. Так, давай сразу протестим. Да, урон мне наносится тоже. Это надо учесть. Этот моментик. Можно самого себя нафиг взорвать. Спасибо. Теперь сюда. Вот так вот. Чик-чик. Бим-бим-бом-бом. И бом-бом-бим-бим. Рэк, а что за микроврата? Что это? Вы нашли макет древних врат жнецов. Врата не работают, скорее всего, их создали давным-давно как прообраз врат. Похоже на старый ежедневник жнеца. Мои коллеги не вернулись с обычного задания. Я пытался пройти через его врата, чтобы убедиться, что все в порядке, но они были запечатаны, очевидно, по приказу сверху. Отправил запрос в главный офис, но они заверили меня в том, что это была обычная процедура и дело закрыто. И еще неизвестно, нет известий от коллеги. А в последний раз за обедом он рассказал, что его назначили помощником в исследованиях одной могущественной ведьмы. Сначала он выглядел обеспокоенным, но потом рассказал, что она оказалась очень милой пожилой дамой. Интересно, есть ли какая-то связь между ней и закрытым делом? Надеюсь, с ним все в порядке. А может это про того ворона, который как раз таки этот? Пожилой? Большой пожилой ворон? Может быть. Что расскажешь? Последнее время мы бьемся за крошки. Сейчас у нас мало работы, только горстка жнецов осталась на службе. Поговаривают, что есть вороны, которые живут свободно, не подчиняясь комиссии. Ну и что? О. Это еще что такое? И почему это существо так на меня смотрит? Такое радостное, такое беспечное и такое раздражающее. Что тебе не нравится? Прикольный чел. Да, улучшение. 800. Да. У меня еще почти 500-600. Давай магию улучшим на разочек. Что скажете? Эти крошечные духи чаще духи чаще появились из ниоткуда. Из-за них в офисе случается такой переполох. Мне пришлось заполнить кучу документов для проведения дезинсекции. Великолепно. Похоже, я нравлюсь этой крошке. Это ж хорошо. Так, а мне куда? Здесь, наверху? Нет. Подожди, а куда? Сюда? Это оно? Жабий замок? Хороший руина. Вроде оно. Я не уверен. Да, это оно. Отбись! Так, ну я хочу молоток. О, братишка! Братишка! Птичка, спасти слуга. Слуга всегда благодарить, птичка. Птичка, спасти слуга. Благодарить, птичка, я понял тебя. Так, О, нет, нам не сюда, значит, подожди. Нет, нам сюда. О, тычка значительно сильнее стала. На минус одну я бью. Точнее, меньше на одну я бью. Я вот так вот хочу сказать, наверное, правильно будет. Так, подожди, а толку? А чё толку? Все равно не могу достать кувалду. Подожди, а в чем? Почему?
нас еще есть ключик. А ключик от чего вообще? Угу. Подожди, умом? Умом. Хорошо, но только... Ага, вот проход. Сюда нам получается. Yes, yes, yes. Ух ты, блин. Успел кое-как. Так, хорошо, как бы нам так... А как-то кувалду получить? У меня какой-то прыжок должен быть. О. Осколок кристалла жизни. Она еще два, и в жизни будет больше. Я понял, спасибо. Честно говоря, не совсем то, что я искал. Я искал прохода просто, ну, куда нам надо идти. Ну, что-то пока немножко я не понимаю, куда нам надо идти, честно говоря. Ну, если у нас есть шар этот, чтобы везде проходить, давай логически подумаем, куда нам можно пойти. Да ну ты сука, или да? Нет, это не то место. Это вообще не то место. Я заблудился. Подожди, у меня же есть киючик. От чего киючик? Вы нашли молот грома. В этом оружии потрескивает уникальная энергия души. Вы можете взять его как оружие. Сюда. Ух. Блять. Ну это вообще было тупо. Если нам не сюда, потому что в этой дверке мы уже были, то куда? Сюда? Как будто бы я тут был. Я тут точно был. Тут птичка мы ее за... А зачем? От чего ключ? А куда идти? Подожди, я что-то не понимаю я. Ну давай поищем штуки, где я не мог пройти. Не, два удара это супер мало. Мне не нравится. Он прикольный, у него классный рейндж, но два удара это так мало. Че-че-че? О, владением короля лягушек, нам сюда. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, да-да-да-да-да-да-да. Ва, ворона про хвост, так просто не отступает?
А знаешь, раньше я был мелкой лягушкой в огромном пруду, но теперь я вершина пищевой цепочки. И больше всего люблю лакомиться потерянными душами. Считай, Жнец, что твоя работа выполнена. Мои слуги обо всем позаботятся. На ужин сегодня будет вороний пирог! И трюфеля на десерт. Наш шеф-повар готовит умопомрачительные трюфеля. Ну иди отсюда. Так, а я с одним хп сейчас сюда прибуду, да? Не самая хорошая идея, наверное. А, затопленная крепость. Ну, допустим. Тут нигде похилиться нельзя случайно. Это что такое? Чё-чё, это чё? Допустим. Бим-бим-бом-бом. Бим-бим-бом-бом. А я попаду? Умом? А зачем сюда мне? А, о! Жизни? Не, не жизни, магии. Ну ладно. Да, давай, давай, давай. Не то чтобы прям хочется их собирать, потому что я понимаю, что их, скорее всего, в первой локации где-то еще можно найти. Там, где керамический дворец можно найти. Но бегать по одним и тем же локациям за этими штуками, ну, такое. Ничего нету, ладно. Я тебе поверю. А надо именно луком. Можно, в принципе, лук тогда взять себе в ручки. Так, а как? Ага, ну не здесь явно. Бим-бим-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так. А зачем? Ага, лесенка. Чик-чик-чик-чик-чик. Тут лесенка. А там стоит типчик. О, он спрятал сэмочку. Текс. Это, мне кажется, они, ну, это не основной путь, по-моему. Ага. Ага. Вопросов нет. Нам вряд ли сюда. Нет, я никаких мувов отсюда вообще не вижу. А где бы дверку найти? Было бы так классно. Чик-чик. Ну а как туда? Я думал, мы туда сейчас пойдем, нет? Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Очень боюсь упасть. Ну, надо по кувалде ударить, я понимаю. Но, видимо, не все так просто. Хотя, когда бы это все было просто? Да можно где-то росточек посадить, пожалуйста? А, тут ничего нету. Ну, не надо. Очень страшно сейчас было просто. Курлы-курлы. Ага. Хорошо.
Я думал, что-то будет более эпичное, но ладно. Что-то есть? Ничего нету. Бим-бим-бам-бам, бим-бим-бам-бам. Нафиг, блин, пугаешь меня. Лучники ссаные, сраные. У меня один хэпос. Это ж все, если это ж... Ладно, не сюда. Было бы очень мемно, если бы сейчас коробка упала и убила меня. Дверка. Бля, чуть не упал. Дверка. Нарушитель, который нарушает закон. Твое наглое вторжение не пройдет даром. Тебе конец, наглая птица. Тебя сейчас расплющат. Ой. Мимо, да? На стерильности тебя не занимать, ворона про хвост. Как тебе мои доспехи? Слегка малы, но думаю, ничего страшного. Представляешь, я подобрал их прямо здесь. Снял с трупа. Ты лишь мягкотелая мошка на пути прогресса. Это естественный отбор. Выживает сильнейший. Вали отсюда, головастик. Тебе же сказали, вали. Надеюсь, я не попаду под эти упитанные булки. Я туда пошел. Все, мы тогда сваливаем, правильно? Что нам тут делать? Сказали вали, значит валить. Блин, ладно, я думал, мы успеем в этой серии с жабкой еще пободаться, но, видимо, не успеем. Поэтому здесь остановимся. Я тебе хочу сказать, подписывайся на канал, жмяка на колокольчик, ставь лайк, оставляй комментарий. Это все очень сильно помогает развитию канала и моему творчеству в целом. А также подписывайся на тележку и твич, там много всего интересного. Я тебя обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!